На заседании комиссии городской думы по социальной политике участники рассмотрели вопрос о детской оздоровительной кампании, на летний отдых, поездки творческих коллективов, организацию проезда сопровождающих детских групп и проект «Дети двора» выделено больше 5 миллионов рублей. Оформлено 586 путевок в детские лагеря Уральского федерального округа, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Крыма и Болгарии. Организована летняя трудовая занятость несовершеннолетних. 135 ребят из мобильного отряда главы города поддерживают чистоту губкинских улиц с 1 июня. Ребята в прошлом году провели 66 мероприятий, вывезли 395 кубических метров мусора. На сегодняшний день нам обозначен такой огромный фронт работы. Работаем мы по плану с УЖКК. Каждый день специалист, куратор Сергей Иванович Кобец с нами начинает утро и заканчивает рабочий день. И мы уже на сегодняшний день отработали по улицам Таежная, Мира, Школьная. То есть в плановом порядке работаем. Также для ребят, оставшихся в Губкинском, действует пришкольный лагерь на базе 6-й школы. Первая смена приурочена к году экологии и называется «Зеленая планета». Заключительная смена стартует в 7-й школе 1 августа. В целях организации летней оздоровительной кампании была проведена следующая работа. Назначен лагерь, директор лагеря с дневным пребыванием детей, утверждено штатное расписание, график работы, приобретены все необходимые расходные материалы, это бытовая химия, канцелярские товары, медикаменты. Осуществлен набор сотрудников, с которыми заключены гражданско-правовые договора на оказание услуг на 21 рабочий день. Прием детей в лагерь осуществлялся на основании заявления родителей, медицинской справки из детской поликлиники. Еще один вопрос заседания – состояние детских площадок. Всего в городе насчитывается 40 игровых комплексов. Им необходим ежегодный ремонт. Муниципальные контракты на обслуживание заключены с единым сервисным центром. Предварительная диагностика уже проведена. В данный момент составляется план ремонтных работ. В летний период 2017 года запланированы работы по устройству ограждений детских игровых комплексов микрорайон 14 возле СОК ЯМАЛ, микрорайон номер 12, дом 26, микрорайон 12, дом 44, микрорайон 1, жилой дом 15-16, а также обустройство кортов в микрорайоне номер 14, между домами 14 и номер 16. Подводя итоги заседания комиссии, депутаты признали эффективной работу Управления образования и Управления молодежной политики. Мы с ними-то работаем в тесном контакте, да, что с одним управлением, что с другим. Слышим их просьбы, слышим просьбы родителей. Ну вот в этом году по детским пришкольным лагерям приняли решение на Думе перейти на трехразовое питание и увеличить продолжительность рабочего дня для детей. Следующее заседание комиссии городской думы будет посвящено вопросам городского хозяйства. Повестка на данный момент еще утверждается. Планируется рассмотреть вопросы развития дорожной сети, ход строительства 5-й школы и детского сада в 9-м микрорайоне, а также ремонт 4-й школы. Заседание комиссии запланировано на 15 июня. Валерий Усманов, Денис Гонцов, новости Губкинского.